генеральный спонсор службы новостей «Город» – сеть аптек «Аптека для бережливых». Заботьтесь друг о друге, как аптека для бережливых заботится о вас. Здравствуйте, в эфире выпуск службы новостей «Город». Меня зовут Кристина Герасимова. И в ближайшие полчаса мы расскажем о самых интересных и важных событиях этой среды 14 ноября. И вот о чем пойдет сегодня речь. И опять основа. После очередного дождя некоторые улицы города вновь оказались затопленными. Больше всего автомобилисты жалуются на недавно отремонтированную Нарвскую. Калининградцы снова бьют тревогу. Ручей парковый окрасился в бирюзовый цвет. Кто виноват в загрязнении? В Горецке произошло тройное ДТП. Есть пострадавшие. Калининград продолжает покорять рейтинги. На этот раз он попал в десятку городов с самым добрым населением. И главной теме дня сегодняшнее утро жителям улицы Нарвска запомнилось настоящим потопом из-за проливного дождя, который начался еще вчера днем и закончился сегодня только ближе к 11 часам. Дорога там превратилась в настоящий квест. И это при том, что Нарвску не так давно отремонтировали. Спонсор темы дня – медицинский центр «Идеал Клиник». С момента затопления прошел буквально час. Сейчас мы находимся на том самом месте из кадров видеозаписи, которые прислали очевидцы. Большой лужи здесь уже нет. И машины двигаются в обычном режиме, без каких-либо помех. В мэрии уже прокомментировали утренний потоп, заявив, что всему виной некачественный ремонт. Якобы, когда рабочие укладывали асфальт, закатали сразу две ливневки. А вот местные жители заявляют, что проблемы на этом участке дороги были еще до ремонта. Подрядчик обещал решить их, но сделал лишь хуже. Нет, это один раз в несколько лет. Это первый год такой вот. Ужас один. Утром, ну там просто по колено. Не проехать вот так вот себе с головой. Часто конечно. Такая ситуация? Ну, после дождя, как и всех на всех новых дорогах. Тоже до ремонта было, после ремонта. Тут от этого, то, что отремонтировали дорогу, абсолютно ничего не зависит. Вот здесь, да, вот здесь нужно что-то делать. А Нарвская, ну, я не знаю, не видела пока. Все может быть, но там у нас всегда был склон, в смысле ямка. Вот. Она, наверное, природная. Ее, наверное, не выровняешь. Ну что, у них же не по пояс было, правда, ничего страшного. Принимать работу от подрядчика из Санкт-Петербурга, по сообщению пресс-службы администрации, власти не спешат. Антон Алиханов остался также недоволен результатами ремонта. На улице Нарвской устроили целое шоу с тротуарами. Там все будет доделано, приведено в финальный вид. Нарвская окончательно не сдана. Главный вопрос – это качество. Несмотря ни на что, они продолжают за него нести ответственность в течение 5 ближайших лет. Устранять все дефекты по сообщению Антона Алиханова подрядчик должен за собственные деньги. Тем временем сроки по сдаче работ уже просрочены на несколько недель. И пока власти решают, что делать с нерадивыми рабочими, местные жители в страхе ждут очередного дождя. Ксения Дробышева, Николай Павлюк, служба новостей «Город». Спонсор темы дня – медицинский центр «Идеал Клиник». А тем временем жители домов возле ручья Парковый снова забили тревогу. В интернете появилось видео, на котором видно, что вода приобрела ярко-бирюзовый оттенок. Правда, к моменту приезда нашей съемочной группы вода вновь приобрела естественный цвет. Но, как признаются местные, такое явление здесь не редкость. За комментариями мы обратились сразу в несколько организаций. К сожалению, до комитета городского хозяйства дозвониться нам так и не удалось. В водоканале предпочли от комментариев воздержаться, а вот в теплосети заявили, что служба тут вовсе не при чем. Нет, во-первых, это не уранин. Теплосеть применяет для поиска протечек такой пищевой краситель уранин. Он изумрудный. Такой ярко-изумрудного цвета. И прямо вот лужа такая кислотно-изумрудного цвета.
получается. Он, ну, безвредный, все, то есть он пищевой, то есть его тоже можно есть. То, что сейчас в ручье появилось, оно появляется там периодически, и тут какая-то проблема связана со сбросами каких-то химикатов. И это не единственный случай. Ранее жители домов на физкультурно жаловались на загрязнение Гагаринского ручья, который окрасился в синий цвет, при этом там появился неприятный запах. По их словам, они уже не раз обращались к властям, но проблема так и не решилась. Страдают жители домов и возле Ялтинского пруда. Там они не раз наблюдали мутную воду, пену и мертвых птиц. По словам калининградцев, экологи хоть и бьют тревогу, но конкретных решений так и не было принято. Не успела решиться проблема с задержками зарплаты футболистам Балтики, как стало известно уже новое. Оказывается, чтобы принять душ, футболистам приходится якобы ждать, пока им нагреют воду. Об этом рассказал массажист футбольного клуба Сергей Азерян. И видео с рассказом о проблемах он выложил на YouTube-канал. Чтобы воду смешать, я беру гриф со штангой и мешаю. Вот таким способом. Как бабушка варила в 19 веке. На кадрах мужчина размешивает воду в 200-литровой бочке, которую он до этого почти сутки грел кипятильником. После чего футболисты якобы берут пластиковые баночки и обливаются. При этом массажист указывает на трубы в раздевалке, которые не отапливаются. Азерян утверждает, что в таких условиях футболисты моются уже 2 месяца, и для решения проблемы руководство не принимает никаких мер. За разъяснениями мы обратились к пресс-этаже Балтики, но комментировать ролик он оказался пока не готов. Новая турборазметка на площади Василевского не только пришлась по вкусу водителям, но и приносит пользу. К такому выводу пришли в городской администрации. По оценке властей, с появлением разметки скорость на этом участке увеличилась примерно на 15-20%. О других новостях города и области расскажем далее короткой строкой. Стало известно, как благоустроят второй городской пляж в Зеленоградске. По информации местной администрации, там установят раздевалки, душевые кабины, питьевые фонтаны, передвижной спасательный пост и вышку, а также информационные стенды и щиты. На это из бюджета выделено около 4 миллионов рублей. Поезда посоревнуются с самолетами. Победить, конечно, вряд ли получится, но быстрее они все же станут. В ближайшее время КЖД планирует ускорить фирменный «Янтарь» еще на 40 минут. Эксперимент уже начался, и если он закончится успешно, то время следования московского поезда сократится до 18 часов 12 минут. В будущем его хотят сократить еще на 4 часа. На кону миллион. В эфире Первого городского канала стартовал новый телепроект «Калининградский продукт». В премии участвуют 12 предприятий. Они покажут, как делают продукты, которые мы покупаем. Затем первые лица компании расскажут, как создали свой бизнес. Лауреатов премии определят представители деловых сообществ региона. Победителя назовут в январе. Он получит контракт на рекламу бизнеса на 1 миллион рублей в эфире Первого городского канала. Генеральные партнеры проекта – эко-ярмарка «Русская Европа», публичные акционеры общество «Сбербанк России» и сеть АЗС «Балтнефть». Следить за эфиром Первого городского стало удобнее. У нас появилось мобильное приложение. Интерактивный плеер адаптирован под мобильный интернет любой скорости. А это значит, что посмотреть любую программу вы сможете в любой точке мира. Интерфейс наши разработчики сделали максимально удобным и понятным. Кроме того, связаться с нами стало проще благодаря кнопкам быстрого доступа к социальным сетям. Сейчас приложение могут установить пользователи Android, в будущем оно также будет доступно и владельцам айфонов. Первый городской продолжает набор в школу телеведущих. Всех, кто боится камеры и стесняется своего голоса, мы приглашаем на обучение. А также тех, кто хочет узнать о работе на ТВ, все и даже больше. Стоимость обучения около 7 тысяч рублей. Действует система скидок. Успей занять свое место в студии. Подробная информация по телефону 92 10 32. Роботы оставят людей без работы, и такое не самое светлое будущее пророчат нам эксперты. Так, Life.ru составил список профессий, в которых уже скоро человеческая помощь не понадобится. По оценке специалистов, роботы смогут легко заменить сотрудников рутинной работы. Это библиотекари, билетеры, почтальоны и многие другие. Но как скоро это случится, исследователи не сообщают, а тем временем современные технологии тесно вплетаются в наши специальности, чтобы, возможно, полностью вытеснить нас уже завтра. О том, как это происходит, кому стоит бояться конкуренции роботов и кто их создает, смотрите в следующем материале выпуска.
Раньше, чтобы снять репортаж, корреспонденту нужен был обязательно оператор. И желательно, чтобы это был сильный мужчина, ведь одна только камера весила около 10 килограммов. А еще нужен был специалист по звуку, свету, штатив, микрофон. Нет, спасибо, теперь мне все это не нужно, потому что мне достаточно при себе иметь телефон с камерой и вот такое устройство, называется оно стабилизатор. И все, я могу делать новости в одиночку, и все благодаря современным технологиям. С современными технологиями калининградец Юрий Дубовый работает ежедневно. Сейчас он разрабатывает музыкальное приложение и уверен, вытеснить музыканта из его профессии эта технология не сможет. А вот помочь запросто. Когда музыкант едет на концерт, ему нужно вспомнить партитуру. Он хочет послушать партии всех остальных своих коллег. Он просто запускает это приложение, смотрит, как оно звучит. Ага, вот здесь мне нужно поднять вот он полтона выше, потому что, скорее всего, под скрипач эту партию не вытянет. И таким образом подготовиться. Сейчас Юрий разрабатывает приложение, а в дальнейшем уже другое приложение сможет вытеснить его с его же работы, говорит молодой человек. И тогда профессия Юрия окажется в пыльном ящике винтажных. Дело в том, что как только определяется формальная последовательность шагов, что нужно сделать в программировании, работу программиста тут же заменяет программа. Программы дешевле, они не болеют, они не уходят в отпуск, не капризничают и вообще гораздо лучше себя ведут. Но при этом эксперты уверяют, полностью заменить профессию программиста не удастся, как и все, которые требуют высокого уровня образования и которые невозможно выполнять под копирку. Такую выбрала и 11-классница Полина Фильчак. К ее будущей работе робот, как говорится, и на 100 метров приблизиться не сможет. Свою жизнь девушка планирует связать с молекулярной биологией. Мы выделяем ДНК из разных сортов меда Кандидатской области, а также средней полосы России. Мы проверяем, ставим на ПЦР, делаем гель-электрофорез и проверяем его, фальсифицирован он или нет, правильный или нет. Стать генными инженерами роботы не смогут, хотя бы по той причине, что эта профессия требует постоянной импровизации, уверены эксперты. Поэтому Полина Фильчак может быть спокойна. А тем временем в некоторых профессиях железные уже потеснили людей. Так в Китае выпуск новостей впервые провел робот-телеведущий. Компания Disney уже тестирует роботов-каскадеров, которым не нужно платить баснословных денег за риск, да еще и оплачивать страховку. Перевозчики отказываются от водителей в пользу беспилотников, а некоторые кафе и рестораны от привычных официантов. Уже так и видится, вдали непривлекательная картинка безработицы, где людей вытеснили роботы. Но нет, часть профессии исчезнет, но это не значит, что не появятся новые. Так эксперты Сколково уверены, что уже через 15-20 лет порталы поиска работы будут пестрить заголовками о том, что компании ищут сити-фермера, специалиста, который будет разводить сады на крышах небоскребов, инженера-космодорожника, обслуживающего околоземную транспортную сеть, и эксперта по образу будущего ребенка, формирующий образ малыша таким, каким его хотят видеть родители. Анастасия Соколова, Николай Павлюк, служба новостей, город. Это еще не все интересные новости на сегодня. Вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. В Горецке произошло тройное ДТП, есть пострадавшие. В сети набирают популярность кадры нашего города с высоты птичьего полета, что еще пользователи обсуждали сегодня в интернете. Калининград продолжает покорять рейтинги, на этот раз попав в десятку городов с самым добрым населением. Ну а теперь полезная информация от наших партнеров. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. В эфире выпуск службы новостей «Город», и мы продолжаем. Во время осмотра автобуса на посту в Багратионовске были обнаружены сигареты. По сообщению наших таможенников, поляки привозили их незаконно. Всего было изъято порядка 500 пачек табачных изделий. Причем часть из них находилась в тайнике. Проводится проверка, а эфир продолжит криминальные новости. В Гурьевске произошла сразу тройная авария. Есть пострадавшие. По рассказам очевидцев, сначала легковой автомобиль занесло на дороге, и он столкнулся с грузовиком. После чего иномарка врезалась еще и в микроавтобус. На месте работали спасатели. В экстренных службах сообщили, что в аварии пострадала пассажирка автомобиля Nissan. Ее вместе с водителем доставили в БСМП. На улице Гагарина на пешеходном переходе Форд сбил человека. По рассказам очевидцев, водитель пытался проехать на мигающий желтый сигнал светофора. Пострадавшего доставили в больницу. Другие подробности ДТП выясняются.
Кадрами аварии на кольце улицы Дмитрия Донского поделились очевидцы. По их словам, дорогу там не поделили две иномарки. Никто из людей при этом не пострадал. Другие подробности аварии выясняются. В Калининграде полицейские разыскивают пропавшего без вести Алмаза Ваниуллина. По сообщениям пресс-службы МВД, последний раз 35-летнего мужчину видели 8 ноября в районе улицы Сергеева. Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения с короткими темно-русыми волосами. Был одет в синие куртку и джинсы, и кроссовки. В ведомстве отметили, что мужчина склонен к распитию алкогольных напитков и может находиться в неадекватном состоянии. Тех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам, указанным на экране, или 02. Стоимость нефти снизилась почти на 7%. По сообщению ТАСС, до этого падение цен было зафиксировано в марте этого года. Эксперты считают, что такие скачки могут быть связаны с нестабильностью курсов. О других новостях из мира экономики и бизнеса расскажем далее. Авиабилеты в Калининград не подорожают, по крайней мере, цены поднимать не планирует Аэрофлот. Сейчас билет в наш город из Москвы и обратно стоит 9350 рублей. И, как сообщает Интерфакс, его стоимость останется такой и в следующем году. Калининград продолжает покорять рейтинги. На этот раз он попал в десятку городов с самым добрым населением. Опрос провел известный центр бронирования жилья. Больше всего голосов было отдано за Санкт-Петербург. На втором месте оказался Краснодар, а третье разделили Севастополь, Казань и Петрозаводск. Наш город вошел во вторую пятерку. К новостям страны лучший способ устроиться на работу – это через знакомых. Так считает каждый второй опрошенный россиянин. Через соцсети ищут работу 24% респондентов, еще 18% – через службу занятости. При этом люди с высоким доходом признаются, что за работой обращаются в агентство по подбору персонала. При этом не забывая также просматривать социальные сети. Сколько стоит новый iPhone? Ответ – ванна мелких монет. В одном из столичных магазинов покупатель расплатился за iPhone X монетами из ванной, которую он принес к прилавку с друзьями. Как сообщает российская газета, там находилось ровно 100 тысяч рублей. На их подсчет у сотрудников магазина ушло почти 3 часа. Где мужчина смог разменять крупные купюры или сколько лет ушло у него на сбор такой суммы, самостоятельно не сообщается. На российский Новый год может повлиять курс американской валюты. К такому выводу пришли отечественные эксперты, которые считают, что до конца года доллар может вырасти до 75 рублей, что может привести к инфляции. Базовые продукты потребительской корзины, которые, к слову, контролируются Федеральной антимонопольной службой, вряд ли подорожают. А вот импортные товары, по мнению специалистов, вырасти в цене, скорее всего, смогут. Эфир продолжит курс валют на завтра. Курсы валют на 15 ноября. Доллар США 67 рублей 99 копеек. Евро 76 рублей 75 копеек. Польский злотый 17 рублей 87 копеек. Уйти с наемной работы в бизнес и выжить, как разработать прорывной продукт, создать то, что будут покупать. Первый городской канал расскажет о секретах успешных компаний региона. В эфире новый телепроект «Премия Калининградский продукт». Они выпускают продукцию, которая востребована не только в Калининградской области, но и за ее пределами. В проекте Первого городского канала участвуют больше десятка компаний. Производители готовы делиться опытом и поддерживать тех, кто думает об открытии своего бизнеса. Никакой теории, только практика и реальные кейсы от топ-менеджеров. Если смотреть на гору, она кажется слишком большой, высокой и недоступной. Поэтому надо смотреть вот 100 метров перед собой и решать эту задачу первоначально, потом вторую, третью, четвертую. Поэтому есть примеры компаний, которые в Калининграде пришли и создали нечто, что теперь кажется невероятным. Но это произошло. Это значит, что у вас тоже есть шанс. Телепроект «Премия. Калининградский продукт. Бизнес-интенсив» длиной в 4 месяца. Производители расскажут о продуктах и своих ценностях. Оценку работе предприятий дадут члены экспертного совета в январе. Я думаю, это будет самое ценное для бизнеса, для начинающих предпринимателей, чтобы, начиная свой бизнес, они понимали, что только качественный продукт может получить как оценку экспертного сообщества, так и просто потребителей. Что для того, чтобы начать зарабатывать, надо делать хорошо. Узнай о том, что другие нарабатывали годами, и добейся большего. Телепроект «Премия. Калининградский продукт» о местных производителях на Первом городском. Смотри, бери, делай.
ФАО Калининградской области теперь развивается и в Гималаях, установил его наш земляк Кирилл Иванов. На это молодому человеку понадобилось больше недели. За это время он преодолел порядка 5 километров. О других спортивных новостях расскажем далее в нашей постоянной рубрике. Надежды больше нет. Антон Алиханов высказал свое мнение по поводу выхода Балтики в премьер-лигу. Губернатор заявил, что рассчитывать на это было бы странно из-за, цитата, «отвратительного старта команды ФНЛ». Конец цитаты. Сейчас команда занимает 17 место в турнирной таблице из 20. Это тот самый случай, когда победа в прямом смысле слова в руках спортсменов. В Калининграде прошел Кубок области по армрестлингу. В нем приняли участие около 50 человек. Теперь лидерам предстоит отправиться на турнир в Польшу. Терпение награждается. Этот юный хоккейный болельщик весь матч простоял с плакатом, посвященным нападающему Владимиру Ткачеву. И не остался незамеченным. После игры хоккеист наградил его за преданность, подарив свою клюшку. Жены российских футболистов, оказалось, не уступают в физической форме своим мужьям. В сети появились фотографии супруги полузащитника Ахмата Олега Иванова. Кристина, кстати, будучи мамой двоих, имеет такой пресс, которому может позавидовать любой спортсмен. Калининградский аэропорт должен получить имя Иммануила Канта, так считают пользователи сети. По мнению большинства, именно с именем философа в первую очередь и ассоциируется наш регион. Напомним, в список финалистов также попали имена Александра Невского, Ивана Черняховского и Елизаветы Петровны. О других новостях с простора интернета расскажем далее. Все знают, как выглядит рыбная деревня. А увидеть ее с высоты птичьего полета помог калининградский фотограф. Он устроил аэроэкскурсию по главным достопримечательностям города. В кадр также попали музей изобразительных искусств и собор на острове Канта. Оценили по достоинству и это видео с танцующего леса, который стал отличной декорацией для съемок калининградской модели. По некоторым данным, девушка участвовала в конкурсе красоты «Жемчужина России». А вот пилоты из Минска поделились кадрами с рабочего дня. Такие условия принято называть нулевой видимостью. Профессионализм пилотов отметили сотни пользователей. Что делать, если на мосту нет места для пешеходов? Нарядиться в костюм автобуса, решили герои этого ролика. В общем потоке машин транспортное средство проехало недолго. Его путь прервал охранник. Поездка в метро может быть увлекательной и полезной, доказал этот акробат, устроивший тренировку в вагоне поезда. К слову, не скучно было не только спортсмену, но и остальным пассажирам. А теперь подошло время для хороших новостей. Что интересного произошло в жизни гостей и жителей города, они расскажут сами в нашей традиционной рубрике. Первый раз в городе Калининград. Вот, шикарный город. Вот, много очень позитива. Очень много приятно, много сохранилось каких-то старых построек. Погода приятно радует. Тепло, в отличие от нашей уральской зимы. Мне вот нравится этот город. Я недавно здесь живу, но я просто влюблена в него. Прекрасный город. Хорошая новость, что работает. Спасибо. Ну вот, сдала анализы, получше стали, так что вот, вроде как довольна, что немножко полегче, может быть, жить будет. Сегодня у меня низкое давление, очень хорошо себя чувствую, и погода прекрасная. Иду постригаться, надеюсь, что будет потом хорошо. И уже по традиции наш эфир завершает прогноз погоды на завтра. В Калининграде 15 ноября 9 градусов тепла, облачно. 16 ноября плюс 6, малооблачно. 17 ноября 6 градусов со знаком плюс, малооблачно. В Гданьске 15 ноября плюс 10, облачно. 16 ноября 8 градусов со знаком плюс, малооблачно. 17 ноября плюс 7, ясно. В Вильнюсе 15 ноября плюс 5, дождь. 16 ноября 4 градуса со знаком плюс, малооблачно.
17 ноября плюс 3, малооблачно. В Москве 15 ноября 5 градусов тепла, дождь. 16 ноября плюс 6, дождь. 17 ноября 7 градусов тепла, малооблачно. В Санкт-Петербурге 15 ноября плюс 1, облачно. 16 ноября 1 градус со знаком плюс, ясно. 17 ноября плюс 3, малооблачно. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. В студии для вас работала Кристина Герасимова. А я напоминаю, что свежий выпуск новостей выходит каждый день ровно в 19:30. Хороших вам новостей и увидимся в городе. Генеральный спонсор службы новостей «Город» – сеть аптек «Аптека для бережливых». В нашем городе много аптек, но какую выбираете вы? Почему вы выбираете аптеку для бережливых? Мне, как пенсионеру, очень нравится. Во-первых, близко, цены приемлемые. Кстати, моя жена присоветовала. Заботьтесь друг о друге, как аптека для бережливых заботится о вас.